И все прочитал низов. Сегодня мы будем делать разоблачение на блогера Обзи. Это блогер, который делает рекламы, всякое такое. Вот, допустим, вот, мой день рождения, бесплатная реклама, и тоже вот то же самое. Смотрите. На моем канале. Сейчас. Вот. Видео Бедуарс. Вот, не Бедуарс. Вроде бы. Кстати, вот, он не пишет, что за топище, у тебя больше будущего. Вот это все такое, он мне пишет. И говорю, чтобы я подписался на его канал. Вот я подписался только сейчас. Конечно же. Отказываемся от подписки. Отменить подписку, да. Смотрите. Вот, я подписался на эти каналы. Вроде вот этот... То ли на этом канале была какая-то трансляция, где участвовал я. Так, это значит не тот канал. Это вообще не его, наверное. Вот этот. Вот, трансляция. Вот это. Да, вот. У меня на экране другое. Перестаньте спамить. Я вижу все ваши сообщения. Ладно. Очень рад, а мы разберем новое... Вот. Я не помню, это то ли та трансляция, то ли не та. Я вам даю, давайте целых две минуты, сейчас Борисовский проверю. Нет, это не то. Ну, короче, была трансляция, где участвовал я, именно я. И там я победил, он говорил, что нужно выиграть в конкурсах всяких. Вот этот чел Обзи, чтобы я выиграл, чтобы люди выигрывали в конкурсах, и тогда он прорекламирует их. Вот, например, и там еще, если кто-то король донатов, если кто-то, кто больше донатит, тот получит 4000 подписчиков, я не донатил. Это, наверное, накрутка, не знаю что. Но в итоге там какой-то Дэдли победил, но это не в этом суть. Суть в том, что тот, кто проиграл, ему за это ничего. Потому что хоть ему и делают, вот Флари был, он проиграл, он задонатил 30 тысяч. И он просто тупо проиграл. После этого он этот Обзи ему сделал рекламу на всю трансляцию или что-то такое было. Вот, на него подписались люди. И вот, смотрите. Сейчас покажу этот канал. Флари. На нем было 400 подписчиков. Не знаю, где его канал сейчас. О, нет. Сейчас в Ютубе нужно найти Флари. Знаете, вот. Сейчас напишем Флари. Вот, Флари. Вот, Флари. Сколько у него было подписчиков? Ну, примерно так. А потом, когда ему сделали рекламу, у него было где-то 500-600 подписчиков. Посмотрите, сколько сейчас. У него просто 260 подписчиков. От него просто отписались все люди, которые были подписаны из-за Обзи, из-за рекламы Обзи. Вот именно вот этот блогер, он донатил Обзи и проиграл. Давайте вообще сейчас посмотрим, что у Денли происходит. Денли, вот. Или у него нет канала, короче, не знаю. Не нашел его канал. Не в этом суть. Смотрите, я же участвовал в этом конкурсе. Я победил. Я в одном раунде победил, и он мне должен будет сделать рекламу. И там в чате писали, что тем, кому сделал рекламу, просто потом тупо отписались. Люди отписались. Вот как и у Флари. Просто отписались люди. Отписались. Вот. Флари, у него сейчас 260 подписчиков. А когда у него подписались, было 500-600. То есть от него просто тупо отписались потом. Отписались. И когда я выиграю в конкурсе,
уже был конец стрима, он сказал, что просто прорекламирует в следующий раз. Тупо прорекламирует в следующий раз. Пипец. Вот. Ой, я случайно его закрыл. Обзи. Вот эта тварь. 58 тысяч подписчиков. Просто надурила меня. И заставила подписаться на него. Он тварь. Еще он, смотрите, он еще врет. Он говорит, что он знает, у него есть специальная программа, чтобы видеть, вы подписались на этот канал. Потому что он заставляет, когда реклама, он эту рекламу делает так. Заставляет людей подписаться, потому что он говорит, что у него типа есть какой-то прибор, через который он определяет, подписан ли человек на тот или иной канал. Вот тупо все так. И вот этот никогда не доверять ему. Вот этому челу ни в коем случае не доверять. Он просто вас обманет, как и на деньги. Вот Фуари тратил очень много. Вот Фуари. 30 тысяч. 30 тысяч тупо. Тупо потратили. Тупо потратили 30 тысяч. Ужасно. Не доверяйте этому Обзи. Это все байты на подписку. То есть, вот, ему не доверяйте. Он главный, ну, даже не, ну, не главный, не главный мразь Ютуба, но все-таки он уже очень плохой. Трансляции. Помогу тебе набрать подписчиков, активов. Что за кринж? И смотрите еще. Он говорит, например, если вы хотите прямо рекламу, то вот, заказать рекламу, донат с скинами, с тем, донат. В общем, это плохо. Вот, этот чел, он очень плохой. Не доверять ему. Ну, на этом наше разоблачение кончено. Всем пока!